Всем привет, с вами Соня, а это мой брат Ваня. Да, я. В общем, вот, и сегодня мы будем... мы сегодня находимся в лесу, как вы видите. Вот, и да, у нас такая лесная съемка. Нет, мы в городе находимся. Да, у нас такая лесная съемка. И сегодня мы будем играть в Чеф и Бани и поедать вот эти вот зефирки Маша и Медведь, которые мы нашли в магазине. Будем толстеть. Да, и если вы какие-то услышите шумы, не волнуйтесь, точнее, не удивляйтесь, это мой брат там сидит. В общем, вот, и давайте начнем. Начнем. Кто уже первый? Давай я. Так, то есть так, я засунул в рот зефирку. Говоришь, Чеф и Бани, да. И так, пока не съем весь пакет. Нет, и так, пока... Нет, нельзя съедать их, надо просто вот... Я знаю, просто всколуть в рот. Да, и кто больше засунет, тот и победил. Мне убыть. На первом. Давай я и по очереди. Давай. Чеф и Бани. Нельзя их жевать. Я не жую. Ой, это Чеф и Бани. Чеф и Бани. Ой, Аня. Чеф и Бани. Ай. Чеф и Бани. Чеф и Аня. Нет, говори нормально. Чеф и Бани. Чеф и Бани. Чеф и Бани. Жень, молодец. Чеф и Бани. Нельзя съедать. Сад ты зомби. Окей, засчитаем. Чеф и Бани. 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 Сколько я съел? Итог таков, что в этой игре выиграла я. Я выиграла, а Ваня занимается ерундой. Женька! Хочешь сняться в наше видео? Чеф и Бани. Ваня! Чеф и Бани. Молодец! Волнует. Ваня, я воткнул, я попал.